Приветствую вас, дорогие друзья, добрый вечер, наливайте чай, мы продолжаем The Plane Effect, нуарную атмосферную игрушку. И, как вы помните, мы остановились после того, как поднялись в какую-то небесную канцелярию и продолжаем прохождение нашего безымянного человечка. Что это за коридор? Ну, мне кажется, да, действительно, мы поднялись. Что это, балалайка или что это? Клякса? Мне кажется, действительно, мы идем за нашей погибшей семьей. Звук мне этот не очень нравится. О-хо-хо. Это уже интересно. Опа. Нам надо пройти как-то. Оп. Все. Приплыли. А как нам его пройти? Там есть какие-то проходы влево-вправо. Может быть, там что-то надо сделать. Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, здесь. А, ну да, здесь есть. Нет, здесь ничего нету. И пройти мы туда не можем. Блин, нет, ну он смотрит прямо на нас. Как тебя обойти? Пока не понимаю. Вот эти точки, что это они символизируют? Пью. Нет, он туда не может пройти. Я вот... Никак. Подставить вот эту, что ли, штуку? Интересно. Ну да, наверное, вот она уже искрит вся. Нам нужно, чтобы эта дрянь разбила вот эту. Нашего дрона. Давай, во. Бубух. Есть контакт. Эх, я буду помнить о тебе. Ты спас мне жизнь. Пожертвовал собой ради нашего спасения. Трогательно. Прощай, мой друг. Очередная ачивочка. Дверь. Заметьте, глюков нет. Горизонт событий. Я слышу какие-то звуки. А. Я думал, это роботы, а это какой-то цех. Что, интересно, собираем? Ну, горизонт событий — это, по идее, про черную дыру. Это место, за пределы которого уже даже свет не может вырваться наружу. Вон там отгадка была, да. Отгадка была. Я мимо пробежал. Здесь надо запоминать. Робот.
Право, право, лево, право, лево, лево, право, право. Давайте-ка, наверное, это дело запишем. Хорошо, что у меня есть рядышком ручка. И мы сейчас это все дело зафиксируем, потому что так я не запомню. Эх, одну секундочку. Давайте запоминать. Так, вправо я уже прошел. Право, право. Лево. Право. Лево, лево. Право, право. Сейчас, опять же, в правую мы идем. Дверь. Там на заднем фоне крики, что ли, или что? Сейчас в левую идем. Чего они собирают? Заметьте, кстати, они с какими-то оружиями, бластеры. Есть зелененькие, а это охранники, а там сборщики, видимо, с зелеными лампочками. Интересный пазл. Так, здесь уже все, кирдык всем. Дальше правая. И конвейер уже не работает. Два раза в левую. Следующие двери. У-у-у, все плохо. Опа. Нельзя было наступать на стекло. Привлекли внимание. Но тут что-то прям какой-то совсем трэш начинается. Эй, ну я ж по стеклу... А, нет, там стекло есть. А, ёлки. Не видно просто, где есть стекло, а где его нет. А где его нет? Ты, блин. Здесь вот можно пройти? Слева, наверное, вот тут. Хренушки. Ну, вроде нашел я проход. Потихонечку. Не везде, просто видно стекла. Какой истошный крик на заднем фоне. Кстати, оценки у игры поменялись, они стали смешанными. Не всем заходит механика игры, что нужно возвращаться периодически к найденным тобой предметам, которые ты раньше не мог взять. Это да, действительно накаляет немножечко. Снова работает конвейер. Либо я не в ту дверь зашел. Еще одна дверь налево. И теперь два раза направо. Давай, давай, бежим. Оу, какие-то фризы происходят. Ага, а как здесь пройти?
Логично, что здесь где-то слева должны быть обходные пути. Ну, либо справа. Или перепрыгивать. Попробую я сейчас перепрыгнуть, но не уверен, что получится это сделать. Слишком большой. Эх, он даже не может прыгнуть. Слишком большой промежуток, скажем так. О, нет, смотрите. Хоп. Прям ниндзя. Хоп. 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 Приловчился, да. Ну и все, правая дверь. Выходим отсюда. Ну, по идее, это все. Куда нам дальше? Лево, наверное. Там более длинный путь нарисован был сейчас. Бесконечный уровень. Да. Какая-то клавиша. А, во. Давай, нажимай. Или что? А почему ты с ним не взаимодействую я почему-то? Ну? А, вот. Угу. Сначала нам дальнего, наверное, надо завести, нажать клавишу. Давай, нажимай. Че, нет? Все равно нет. Ух, какие крики. Бесполезно. Еще, наверное, что-то надо поднять. М-м. Вот так вот. А, там геймпад был. Ха. Прикольно. То есть сейчас мы будем управлять роботом. Ну давай. Оп. Нажимаем клавишу. Открыли. Круто. Все, потушили костерчик. Ну, теперь следующего. Пойдем, мой друг. Для тебя есть задача. А, все, с ним я не могу. Для тебя нет работы. Так что вставай на место. А мы пойдем дальше. Здесь же вроде как подтушили мы, да? О, да. То есть нам надо опять отключить? А, все, я понял. Я понял. Теперь мы идем вот этим. Открываем путь для второго человечка. Здесь закрывается. Возвращаем на место. А теперь берем вот того нижнего. И им уже будем перекрывать вентили. Жалко, они бегать не могут. Угу. Отключаем вот этот пар или что это? Да, есть. Есть такое дело. Возвращаем на место.
Тоже, опять же, условность. Зачем его возвращать на место, если можно было бы... Ай, опять этого брать. Дверь-то сама себя не откроет. Давай, пойдем дальше. Все, пока камера там долго думает. Больше, я надеюсь, не надо будет ничего подобного делать. Надо. Хорошо, что наш робот не боится огня. Это очень удобно. Да, здесь коллапс настоящий. Очень много разбитых роботов. Тушим огонь. И, наверное, опять же отключаем все это дело. Все. Огонь потушен. Можно смело возвращаться на место. Все, бывай, дружище. Я пошел. Ух ты, три двери. Ну, давайте посмотрим, что было нарисовано на картинке на полу. А там ничего не нарисовано, непонятно. Право, право. А, подождите, вот что-то поменялось. Право, право, лево. А, ну это лево только, все. Блин, три двери. В какую идти-то? Я пока что-то не могу. Ну, давайте посередине. Посерединке-то не было. Ю... Ло... И... Ли... I love you, что ли, написано, нет? You lo... Что-то очень какая-то... Неприглядная небесная канцелярия. Одни роботы... Очередной пазл. А как? А, все, 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 все. Пардон. Иди сюда. Ну, пойдем. Передаем управление следующему. Идем дальше. Все, догнал, догнал, догнал. Теперь идем, возвращаемся к первому. Первым открываем синюю. И, в общем-то, по цепочке. Угу. Иди сюда, дорогуша. А, здесь я не могу пройти. Ну ладно. Открываем следующий шлюз, возвращаемся. Все, здесь больше нету ничего. Ах, я уже, честно говоря, устал от этого завода. Давай. Ух, крики какие, а.
Не понял. А, почему я не могу открыть? А, вот мне что надо сделать. Так. Что-то я уже маленько заплутал. Да что ж ты? Где выход-то? А, вот. Ну давай. Пост дал, пост принял. А, ну да, у этого голубенькая получается. Голубенькая лампочка, соответственно, он может открывать голубые двери. Да блин. Блинский блин. Вот плохо здесь не различить. А, ну все, вот сюда надо. Заходим. Да. Теперь следующую. Вот. Ну а теперь ты, друг мой, ситцевый, ненаглядный. Да, здесь я не пройду. Угу. Хоть сюда. Нет, здесь все закрыто. Открываем еще одну дверь. Все. Аллилуйя. Проходим. Ух, крики-то, а. Что это за красная хрень? Что за цифры? Что за буквы? Вообще пока ничего не понятно. О, еще лестница вверх. Будет глюк, нет? Да, будет глюк. Как же без него, родимого? Акулы. Все, что мы до этого видели. О, самолетик. Давай, собирай. Че, я не могу взять? Паук. Еще один самолетик. Психоделика, опять же. Могу выйти, нет? Нет. Не могу. И еще один самолетик. И там один самолетик. Интересно, объяснят нам вот это все происходящее или нет? Этот я не могу почему-то взять. Возвращаемся, наверное, все. Нет. Ой, а что это? Что это со мной такое? Что за штука? Нет, не открывается. Нападут? Нет. Ну, вроде нет. Эти тоже не берется. Наверное, все. Нет. Здесь еще одна дверь же была.
Да, вот она. Ну и что ж теперь не нравится нам? Нам надо по очереди как-то их собирать, эти самолетики, или что? В каком-то порядке? А, ну вот еще одна дверь. Господа зрители, ну-ка подскажите, что мне надо сделать? Все равно стоите без дела. О. Ага. Вон оно как. Вот это, наверное, забрать. Нет. Получается, смотрите, нам надо вот этим чувачком бежать в локацию с грибочками. Мы же там взяли грибы. Да, вот подсказка. Теперь подходим, наверное, вот к этому. А это что за маска у нас? А, это подводная. Это подводная локация. Теперь мы должны пойти вот сюда. Акула нас, наверное, может схавать. Готово. Теперь идем вот сюда. Это была зимняя локация. А зимняя локация — это что у нас было? Здесь мы все вроде собрали. А, вот это улица была. Это была улица, да, здесь надо собрать. Дальше идем сюда, на машине. На машине мы спасались от пауков. Идем в локацию с пауками. Да, вот сюда. Сожрут, нет? Теперь в химзащиту пойдем. Химзащита — это зеленая локация. Вот здесь. Ну, вроде все, все самолетики я сейчас собрал. Возвращаемся к своему первоначальному облику. Давайте проверим на всякий случай. Ну, вроде все. Вроде все собрано. Все самолетики. Давайте попробуем выйти. Нет. Неужели еще где-то пропустил? А, или может быть надо каждым из них к двери какой-то подойти? Ну давай попробуем.
Химзащита, вот. Нет. Давайте пробовать. Двери эти тоже не просто так здесь. Скорее всего, здесь нужно подойти каждый к двери своей локации. Во. Ага. Так, одного мы выпустили. Дальше, вот ты. Нет, давайте вот тот, который у нас был, получается, в костюме. Где он? Одетый, получается. Одетым надо выйти в свою дверь. Где ты? Где его оставил-то? Вот он. Давайте одетого выпустим отсюда. Мужчина, выходите отсюда. Вы нам мешаете. Есть еще один. Ну, либо вообще не имеет смысла, кто откуда куда. Давайте попробуем вот этого выпустить. Товарища. Давай, иди. Нет. Не моя, говорит, локация. Это подводная, соответственно, возле воды, наверное, надо выходить. Вот здесь. А здесь уже двери нет. Значит, вот в эту. Да. Кто у нас там остался? Сильный. Сильный чувак, давай. Пришло твое время. Ну, логично, что им вот в эту дверь. Сбой может свидетельствовать лишь о том, что мы, возможно, находимся в некой симуляции. А, вот, вот, вот еще один. Симуляция, которая позволяет нам существовать в неком компьютерном мире, возможно, да? Помните, фильм был? Не, нет, не помните. Все. Это конец. Вроде бы всех выгнал. Должна появиться где-то последняя дверь, в которую мы и выйдем. Ну, либо последний самолетик должен быть. Где-то. Как вариант. Пока не вижу я ничего. Где же ты, где? Ненаглядная, где? Где дверь-то? Внимательно смотрим. Я пока не вижу ничего. Может, мне костюм надо одеть? А, вот она, вот она, вот она, вот она. Все, выходим. Угу. Глюк. Ну что, конец это или нет?
Все только начинается. Что это, матрица? Сервера какие-то? Робот. Опа! О-о-о! Ты чё? Недружелюбный какой-то робот. Явно нарушает законы. Три важных закона робототехники. Явно не про него. А, ну это очередной лабиринт. Скорее всего. Да, туда не ходи, сюда не ходи. Угу. Значит, направо идем. Другого пути нет. Смена часовых. Сейчас они, наверное, поменяли свое местоположение, а мы пройдем тем временем. Но это сервера какие-то. Следующая кнопочка. Это, наверное, я зря нажал. Хотя нет, может быть и не зря. Ну да, зря. Он, наверное, сейчас ее отключит, а мы по-быстрому пройдем. Эй, Вася, близко-близко подошел. Интересно, откуда я сейчас начну? Если с самого начала, это будет печально. Да, с самого начала. С самого, мать его, начала. Как только он пройдет, мы двинемся туда, откуда он вышел. Угу. Все, проходим. Быстро смотрим здесь. Эх. Вот зря вот эта камера так возвращается. Вот как играть? Дальше. Это неудобно. Угу, стоит, дружище, стоит. Вот она, еще одна клавиша. Откуда вот он пойдет сейчас? А, с той стороны, да? Ну ладно. В общем-то, мы уже знаем, как все это дело проходится. Все, надеюсь. Больше мне не надо ничего отключать. Какой бесконечный мост. Как и эта игра. Я думал, мы ее пройдем за 2-3 серии. А тут видите, как... Как оно получается. Все. Хэппи-энд. Или нет?
А, я сам должен двигать. Спел. Так, ну и чего? Одна вывалилась. О-о-о! Давай, стреляй, дурачок. Все? Фу. А я не успел. Давайте скажите, что все сначала. Не. Это было бы прям жестко, если бы это все было с самого начала. Ну давай быстрее, давай, давай, в темпе. Забираем одну капсулу и валим. Что это за капсулы, что это за место? Ну, я надеюсь, нам все объяснят. Если нет, то это будет, ну, это будет прям крайне странно. Давай быстрее, робот, дуплись. Стреляй. Все. Давай быстрее, Форест, беги. Нам сейчас надо будет в темпе делать все. Не понял. А что делать-то? А что делать? Ну ладно, давайте еще раз. Прыгать вниз, что ли, получается? Давайте попробуем прыгнуть вниз, если получится, конечно. Я сомневаюсь в этом. А вдруг получится? Угу. Ну, опа. Да, выходит. Выходит, надо было это и сделать. Все? Открывай. Успел. Everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's the winner, winner, bird.